каскад водопадов Буржарской ГЭС. Одно из самых красивых и интересных мест нашего города. Особенно удивляются те, кому впервые довелось увидеть это великолепие. С большой высоты не спадают потоки воды. Они шумят, пенятся и насыщают воздух брызгами и туманом. В этот каскад сбрасываются излишки воды Буржарской ГЭС. Решение о строительстве этой третьей гидроэлектростанции Узбекистана было принято 29 января 1933 года. Строительство станции начато 2 мая 1933 года. Первый гидроагрегат Буржарской ГЭС запущен 19 марта 1936 года, второй – 15 августа того же года. А 1 сентября 1937 года строительство станции было завершено. В здании ГЭС установлено два гидроагрегата. В настоящее время запланирована модернизация станции с увеличением ее мощности. Но нас, горожан, больше интересует каскад водопадов и завораживающее зрелище падающей воды. Особое очарование это место обретает в летнюю жару. Чуть ниже открывается красивый вид. Вода после падения с каскада сливается с водой, прошедшей через турбины электростанции. А далее Буржар несет свои воды к мосту, соединяющему начинающийся здесь проспект Бабура с площадью Бишагач.